Приветствую вас, друзья, на канале Райвика. Сегодня для вас очень сочная, нежная, вкусная курочка на пиве. И что, усаживайтесь удобно, берите хорошее настроение и поехали готовить! Самое важное, что вам нужно, это пойти к себе в курятник и зарубать курочку. А тех, у кого нет кур, пойти на базар, в магазин и приобрести такую красотку. У меня она 500 кг. И мы сделаем для нее соус, для того, чтобы она была пахучей, ароматной и вкусной. Для этого берем 2 столовые ложки сметаны. Сюда добавим чайную ложку горчицы. И третье, самое легкое и простое, это найти любую приправу к курице. Можно, конечно, по отдельности брать ингредиенты и сюда наполнять. Тут входит соль, куркума, сухой чеснок, имбирь и перец сладкий и черный. То есть можно по чуть-чуть сюда накидать, а можно взять пачечку и делать тарам-та-там, и все засыпаем сюда. Тут всего лишь 30 грамм, поэтому это немного. Это где-то 1,5 столовые ложки на курицу в самый раз. И ложечкой перемешаю вот эти все ингредиенты, чтобы приправа соединилась со сметанкой и горчицей. Тут еще базилик, орегано, то есть сухие специи. Очень удобно. Купил не за большие деньги какую-то приправку и не ломаешь себе голову по отдельности все это миксовать. И теперь очевидно, что нужно взять и руками потрудиться немного. Взять эту приправу и втирать в нашу курицу. Прям не жалеем и втираем. Под мышками не забываем, везде. И теперь бедрышки ей трем. Делаем ей массаж. Главное, чтобы она при этом не похудела, потому что у нас массаж не антицеллюлитный, а наоборот какой. Напишите об этом в комментарии, я еще не решила, какой тут массаж. Приправочный. Я ей внутри тоже натру, чтобы кости пропитались ароматом приправ и тоже были сочные. Потом можно косточки обгладывать. Кто из вас любит обгладывать кости? У меня, например, сестра мясо не любит, она больше по костям. Поэтому... Мясо любишь ты. Поэтому я люблю с ней за одним столом сидеть, кушать, да. Мне ножку, ей кости. Удобно, да. Какие части тела вы... тело. Я уже думала, человек сказал бы. Какие части курицы вы любите? Шею, ляжку, кости, бедро. А ляжка и бедро чем отличаются? Ну, чем-то отличается. Ляжка выше бедра. Или регионом использования. Ляжка ниже, а бедро прям... Бедро это ягодица, а ляжка это... Или одно и то же. Ну, ладно. Да, когда несколько языков, то так и а получается. А как на болгарском будет ляжка, типа бедро? Келка. Келка? Келка. Не, а как мазень? Вот приходишь и говоришь, мне бедрышки. И как? Ну, как они продают? А как ты говоришь, мне бедрышки? Я не покупаю их. Я не знаю болгарский, я у тебя спрашиваю. А я забыла. А вот у нас голень. А вон мы купили что там. Открой холодильник и глянь. Мы там крылья купили и что-то еще. Вот. Мы купили по нашему келке. Сам ты бардак. А-ля порядок. Как называется? Буччи. Ну да, буччи. Буччи это вот эти именно отрезы. А вот это филешки крылья. То крылья, да. 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 Вот это поворот. Так, с курицей мне уже не интересно, оставляем ее в сторону. Теперь самый главный ингредиент. Нам нужна бутылка с пивом. И именно не пустая бутылка, а именно с пивом. Так, у меня тут 0,5 л. Я ее открываю. Ее еще нужно открыть. Прямо сейчас мы не бухаем, все нормально, в порядке. Но нам нужно отсюда отлить один стакан. Пока будет выпекаться курочка, вот это пиво можно выпить, чтобы не томиться долго в ожидании. А это нам понадобится. И мы берем противень и сюда ставим бутылочку с пивком. И теперь нужно эту красотень одеть на бутылку. Прям одеваем.
Вот эту шею я специально не вырезала. Видите, она тут осталась. Для того, чтобы пары пива не испарялись, оно накрывает, служит нам шляпкой. И вот курица у нас стоит прям как статуя. Кто нас смотрит часто, вы знаете, что мы живем в 21 веке, это понятно. Я люблю пользоваться, правда? Будь здорова! И я люблю пользоваться услугой своего мужчины-робота. Но он, конечно, не всемогущий, поэтому мне пришлось ему немножко изменить и завести себе дополнительного мужчину, который к мясу идеально подходит. И это называется термометр, который показывает, когда курица будет готова. То есть мне не нужно над ней стоять, ждать, гадать, открывать постоянно духовку. Я могу ее кинуть в духовку. У меня будет телефон. В телефоне есть специальная программка. Я могу пойти сейчас на часик в лес погулять или у моря, а она себе будет печься, а я в телефоне буду следить, что с ней происходит. Кстати, вот эти причиндалы очень удобны тем, у кого духовка без градусов. Тут такие проводочки, датчики движения. Их целых 3 штуки, а четвертый... Ну не сбивай людей с толку, не движение. Да я же шучу, что вы прям серьезно, что ли, воспринимаете. Вы же видите, что первый раз ребенок пользуется такой... такой это. Игрушку ты еще не разобралась. Ну да. Это как Лола, когда первый раз собаку встретила, так и я. Нового мужчину увидела, я смотрю, ты уже запуталась, как паук. Нового мужчину увидела и растерялась. Берем эти щупальца и выбираем на курице самое такое толстое место, где дольше всего печется. Ну, я подозреваю, что это грудинка. Засовываем в грудь одно щупальце. Потом можно засунуть в ножку. Вот сюда в ляжку засунем. В бедро, да? Оба. Это самые такие толстые места, все остальное, естественно, пропечется. Если грудинка будет готова, то понятное дело, что крылья тем более будут готовы. Ну, я думаю, мне 2 теста хватит, поэтому третье щупальце я убираю. Вот это вот будет как датчик температуры. Очень удобно тем, у кого газовая духовка и не работают градусы. Вы не знаете, сколько у вас в духовке градусов. Поэтому это будет у нас просто на противне и будет показывать, сколько снаружи температура. Так, это сам термометр магнитный, поэтому я его прикреплю там к духовке или к холодильнику, куда угодно его можно прикрепить. Вот, показывают, что курица у нас там 19 градусов и 20 градусов, а 28 пока еще в комнате. Ох и жарко у нас. Установили курицу посередине, датчики тоже, и закрываем духовку. И в реанимацию. И в реанимацию, да. Бедала. И я ставлю ее на 180 градусов. Дальше вот у нас в телефоне программка и показывает, что в курице 20 градусов, 27 и 70. Но вот тут есть такой режимчик, колокольчик. Я выбираю, что это готовлю курицу. Чикен. Готово. И вот здесь тоже выбираю, что это у меня курица. А вы на самом деле можете выбрать сразу там 3 куска любого мяса. С приложения там рыбу сразу готовите, допустим, говядину. Выбрали. И вот когда достигнет нужной температуры, он мне запиликает. Так что я с телефоном иду в огород отдыхать. А курица, как испечется, я получу на телефон уведомление. И, кстати, сейчас на Алиэкспресс на этой неделе скидка будет на термометр. Кто хочет, можете зайти, там порыться. Надо вам, не надо, покупайте, не покупайте, решайте сами. Но как запиликает, мы достанем курицу и посмотрим, стоит оно того или нет. Так пишешь, что готово. Да, надо вставать. Покажи, что повар лежит и не хочет вставать. Это хотя, тоже готово. Хотя, что все готово, а повар не готов. Как повар станет готов, так выключит байдень. Пускай горит она это. Пускай горит эта курица. И что она уже готова? Вытаскиваем ее.
Курочка испеклась, выглядит довольно-таки аппетитно. Я ее уже в блюдо положила, и пришло время для ее дегустации. Сейчас проверим, насколько таймер нам, термометр, вернее, нам показывал готовность блюда. Кстати, пиво не выбрасывайте, его пить вряд ли вы выпьете, да, потому что оно там с жирами курицы. Но из него можно приготовить очень вкусные чебуреки. И ссылочку я оставлю под этим видео в описании. Кто еще никогда не делал чебуреки на пиве, то приготовьте и удивите своих близких. Что там, я всю курицу, наверное, не буду колбасить. Но грудинка, да, это же грудинка называется, режется легко. Опа, сейчас отрежу кусочек. Видите, беленькая, нету красной, даже вот вниз, покажи, внутри, возле косточки, все пропеклось. Так что, особенно кто только начинающий, вам этот термометр просто необходим. И можно его использовать вместо градусника. Он показывает 29 градусов в комнате. Если у вас нету градусника, используйте этот термометр. Боже, это песня. Обычно сухое, вот эта грудинка, она суховатая и невкусная. Но с этими специями, да? с этим соусом, да под пивом. Да с пивом. Прямо очень нежная и очень вкусная. Сейчас еще отрежу, дам тебе. Ну прям идеально вкусно. Смотри, какой красивый кусочек. Боже. Да, можешь руками взять. Мясо вообще едят руками, так что какие там вилки. Ну реально очень сочная. Поэтому, друзья, мы сейчас готовимся к вкусной трапезе. И вам желаем того же. Вкусного дня, вкусного аппетита. Готовьте, чтобы вам было всегда сладко, сочно, вкусно с каналом Райвика. Ну а мы ждем ваши лайки, комментарии. Буду благодарна за все ваши лайки и комментарии. А кто впервые на нашем канале, то нажимайте красную кнопку подписаться. Рядом колокольчик, а то вы говорите некоторые, что не получаете уведомления о новых видео. Нажимайте срочно прямо сейчас на колокольчик, тогда мы будем всегда с вами. Понедельник, среда, пятница, вы получите уведомление, что мы в эфире вместе с вами. Желаем вам хорошего настроения. Пока-пока. Кто-то уже уселся у нас. Уселся? Не уселся, а улегся. Лолка, курочку будешь, Лола? Курочку Лола. Ей за любки надо. Любимся. Будешь курочку? Она расстроена, что только дразним, но не даем.